вас, друзі, як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему, під час якої ми з вами дізнаємось, чи можливо навчитись писати вірші. За допомогою нашого сьогоднішнього гостя, поета Геннадія Борисова. Геннадий, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы приехали к нам в студию, украсили нашу студию и своим присутствием, и я думаю, что и украсите наш эфир своими стихами. Геннадий, мы вас знаем как поэта, который имеет четкую гражданскую позицию. Насколько известно, все творческие люди, они всегда вдохновляют или, во всяком случае, должны вдохновлять людей на подвиги. Вы вдохновляете? Ой, я не знаю, за всех говорим поэтов. Говорим конкретно у вас. Я за всех поэтов не знаю, да. А если я, ну, конечно, к 50 годам, то уже ясно, что выработалась своя позиция, вот, свои взгляды на жизнь. И, ну, в общем, как-то выходит, выливается все в стихи. Вот в поэзию, там, в прозу, ну, это выливается рано и поздно. И вот, и, если можно, я вот 8 марта написал стихотворение «Обращение к родине». В общем, если можно, я прочитаю его, да? Ну, конечно, если учесть, что родина – женщина, и у поэта 8 марта родились стихи к женщине, к родине. Пожалуйста, Геннадий. «Обращение к родине». Ни для кого уже не новость, в моей стране пропала совесть. Пропала, просто испарилась, попала у людей в немилость. В моей любимой Украине без совести растут хатыны. И как грибы после ненастья жиреют на костях несчастья все те, кто совесть потерял. Кто жулик или воровал, кто на войне покрасил доллар в цвет крови тех, кто чистый молот, кто по законам, как в аптеке, кредиты, ставок, ипотеки, людские судьбы в мясорубке, где алчность властвует и жутко, что тонем от проблем в вине. Скажи мне, родина, ты где? Вся обросла дерьмом и тиной и стала меньшей половиной у нас в душе. И в кривотолке дешевле, чем бутылка водки. Дешевле старой колбасы на распродажах. И весы все неуклонно вверх несутся. Как быть? Как счастью обернуться лицом и радость целовать? С любовью жить, ложиться спать? И просыпаться на рассвете, семья, Господь, отчизна, дети, а совесть даже не терять, чтоб наступила благодать. Вот чтоб я родине сказал, открыто, честно и в глаза. Спасибо. Ну, Геннадий, вы сейчас родине и сказали, открыто, честно и в глаза. Я думаю, что родина услышала своего героя. Геннадий, мы вас знаем как, в принципе, детского поэта. Когда мы с вами встречались, вы как раз выпустили новую книгу для детей, стихи для детей, и у вас такие очень добрые, очень какие-то волшебные даже, я бы сказала, стихи для детей. И вдруг такое обращение к родине, такое жесткое, но, в принципе, правдивое, таки, да? Что у вас вот так вот, именно 8 марта, это родина вам так постучала? Гена, я тебя жду. Да нет, это все нужно накапливается. Я же вижу, я же часть общества, я часть своей страны, и часть родины. И естественно, что для меня очень большое значение имеет то, что где я живу и как я живу. И я высказываю свое видение из того, что вот, ну, по поводу проблем каких-то, значит, решения какие-то свои. Ну, я как поэт вижу, а решать надо каким-то другим людям, которые, да, имеют власть, имеют. Самая большая проблема у нас, что земля болеет сильно. Вот, если можно, по этому поводу есть стихотворение тоже. Оно немножко перекликается с первым стихотворением. Я тоже его недавно написал, и я, если можно, прочту его, да? Это как раз вот наше продолжение нашей темы. Конечно, о продолжении вашей гражданской позиции. Гражданской, да. Земля болеет, земля больна. Мне стыдно, дети, в грязи одна. Унижена, хрипит, кричит. Когда же землю нам лечить?
Открой глаза пошире, друг, ведь это тоже твой не дух. Здесь боль земли, не чья-то месть, а вот могил твоих не счесть. Чем подсчитать людскую боль? Война сжирает, словно моль, развесил смерти паутину. А мы, мой друг, идем в путину, не научившись толком жить. Скажи, Господь, как дальше быть? Трясет земля тебя. Не рано нам посмотреть, как диаграмму твоих конвульсий, лихорадки. В недуге, лежа на лопатке, зовешь на помощь. Мы глухие, бредем, как стадо, как слепые, на бойню. Стадо, стадо, стадо. Лечить от стада землю надо. Да, Геннадий, да, телезрители, жестко, но есть и в этом рациональное зерно, Геннадий. Ну, очень жесткие у вас, конечно, стихи. Знаю вас, как, подчеркиваю, детского поэта, и вдруг такие стихи. Поэт для детей. Детская поэзия, это когда дети пишут. Я имею в виду не что вы именно пишете, поэзия у вас для детей. Да, я в этом смысле, как, знаете, кукольный театр или театр кукол. В принципе, какая разница? Все равно дети ходят и смотрят выступления кукол. Так и вы тоже. Детский поэт. То есть вы пишете для детей. Но сейчас звучат ваши стихи, которые полны боли. Они пронизаны болью за Отечество. Это да. Ну, давайте не будем о грустном, тем более как-то март, оно вроде бы все очищение происходит, и тем более сейчас пост, сейчас это самое, как-то оно хорошо, хорошо. Это хорошо то, что есть посты, что мы можем как-то немножко очистить души свои, свои мысли, свое тело. Это здорово, но я хотел бы сейчас поговорить немножко о нашем городе. Вот буквально я написал такой небольшой сборник, да, скорее всего, ну, проект, открою маленький секрет, это, скорее всего, будет календарь на 2 года. Да, я, значит, сейчас пока не буду всего-всего рассказывать, но стихи я написал, и когда мы, значит, ну, маленький секрет открою, с Павлом Андреевичем Деменским, значит, объездили, ну, представьте, мы намотали 250 километров по Николаеву, да, но мы нашли такие потрясающие места. Это, я не знаю, это самое. Вот просто, когда живешь в городе, да, и ты ходишь и не замечаешь. А мы увидели, просто потрясены были. И вот я написал стихи, вот если можно, я прочту. Вы поймите, это стихи о Николаеве, а тем более я здесь всю жизнь прожил, да. Это мой родной город, это, опять же, это моя родина. И стихи, они у меня о том, как хоронят в Николаеве. О том, как дети рождаются в Николаеве. Вот о жизни. Там нет ни слова истории вообще. То есть для этого есть историки, пусть они занимаются. Это я хлеб не, я даже не хочу трогать. Я не знаю настолько. Ну, вы человек деликатный, вы не станете отнимать. Вот, и я, если можно, прочту, это уже немножко легче стихи будет, это самое для вас. Пожалуйста, Геннадий. И сборник называется «Я люблю этот город». На усталой осенней улице мы втроем, ты и я, и наш зонт. И прижмемся друг к другу, зажмуримся, мы от счастья, ты и я. И наш зонт, губы в такт, дождинок целуются, все чирили, словно сказочный сон. Пусть прохожие нами любуются, под дождем мы поем, и наш зонт. Вот и, да, я, вы знаете, особенно как на БАМ выходишь, вот на какие-то вот парки, и видишь, люди любят друг друга, да, люди встречаются, люди, жизнь идет, и она не, и слава Богу, что она идет, что люди не зацикливаются, ну, на каких-то таких вот проблемах, действительно, глобальных, можно так сказать. Нельзя их не замечать, но, мне кажется, нельзя и зацикливаться на них. Вот, и еще, если можно, я прочитаю тоже о городе. Мне, когда я читаю стихотворение, значит, меня спрашивают, почему кондуктор сухой? Вообще стихотворение называется «Про сухого кондуктора». Uh-huh. Я объясняю. Ну, дело в том, что я видел разных кондукторов. Вот представьте себе ситуацию, да, вот дождь идет, да, и валивается мокрый кондуктор, да, и вообще переполненный трамвай, и люди это никому не доставляет никакого, значит, скажем, удовольствия. Соприкосновение с, да, мокрым, да, с мокрым человеком, да, а тем более кондуктором. Да, а вот сухой кондуктор, вот солнце, вот наши трамваи, которые только у нас такие трамваи. У нас, я вот, ну и в Одессе другие трамваи совсем, другое отношение, другие отношения вообще. Город, это там совсем другой город абсолютно. Херсон другой город, ну и там, по-моему, трамваев нет, но...
И я писал вот именно о наших трамваях, о нашем, ну, не совсем о наших кондукторах и не совсем о наших трамваях, а о том, что вообще происходит. Про сухого кондуктора. Когда сухой кондуктор заходит в салон трамвая, когда сухой кондуктор поет билет трамвая, тогда мы в окна смеясь выпустим птицы мечты. Тогда на сиденье садясь диктуем стихи в прочтоты. Когда неуклюжий ребенок подносит губам везде рад, чтобы больные с коек поехали на маскарад. Скорее в трамвай садитесь, здесь столько согретых мест, а счастья света светитесь хором в бокалье небес. Когда сухой кондуктор все дружно снимает шляпы, он дробит слова в рупор об старый трамвай крошляпы. Ну, там, ну, некоторые слова. Я люблю очень слово творчество, и для меня это, в общем, тоже это в моей поэзии занимает очень большую часть. Могу немножко похвастаться чуть-чуть. Хвастайтесь. Да. Тем более прямой эфир. Геннадий, пользуйтесь моментом. Да, вышла в Польше статья о моем творчестве, вот именно о моем словотворчестве. Я там толком не знаю, какой журнал, ну, какой-то научный журнал, значит, там просто пишет, девочка пишет, закончила институт в университет Берлинского, ой, Сухомлинского, извините, Сухомлинского, и она пишет дипломную работу магистра, да, на мою поэзию, вот как раз о словотворчестве. То есть эти новые слова, они украшают, они усиливают какое-то впечатление, какие-то эмоции. Ну, в общем, мне нравится создавать новые слова, и я, в общем, это такой процесс, который, это часть меня, короче, если так можно сказать. Но слава богу, что люди понимают и чувствуют, и, судя по тому, по реакции. Я же часто бываю на презентациях и делаю презентации своих книг, да, читаю детям. Представьте, вот иногда... Иногда был такой, это тоже наши дети, да, это тоже наша родина, кстати, это тоже часть нашего общества. Кто, дети? Дети, да, ну, конечно, понятно, да. Понятно, это большая скажу, часть нашего да, общества. Я скажу, я понял в последнее время, что дети – это вообще не люди, это инопланетяне, потому что то, что их взгляды на жизнь, да, они настолько разительно отличаются от взглядов взрослых людей, если так можно сказать. И иногда ты теряешься, не понимая, что... Кто же из нас более взрослый, да? Или они со своим откровением, да? Или мы под грузом своих проблем? Они решают всю... И их проблемы, кстати, не менее серьезные, чем наши проблемы, поверьте мне. Ну, конечно, да. Не менее серьезные, может, даже более драматичные. Геннадий, вот я в начале нашего эфира обещала телезрителям, что во время нашего эфира, сегодняшнего прямого эфира, мы узнаем, можно ли научиться писать стихи. Геннадий, вы готовы с телезрителями поделиться этим секретом? Можно ли научиться писать стихи? Или если вдохновения и таланта нет, то хоть убейся, хоть фейсом об тейбл, но стихи из тебя не попрут. Или попрут? Я скажу очень просто. Если хочется, да, если хочется, если это вот действительно есть, если есть желание, то этому всему можно научиться. Но здесь, да, важно, что люди хотят. Важно, что люди хотят, и важно, что люди пишут. Ну, не надо там двух Пушкинов, трех там, зачем? Ну, не надо. Есть Иванов, Петров, Сидоров, там, ну, грубо говоря, да? Да пусть это все будет. Это же ведь хорошо. Это плохо, когда грабят и убивают. Вот это плохо. А когда стихи пишут, это хорошо. И я, кстати, если можно, воспользуюсь вот, да, прямым эфиром, и хочу сделать маленькое такое объявление. Оно не коммерческое, оно... Давно у меня идея есть такая, мечта, большая, маленькая мечта. То есть вы хотите поделиться своей мечтой? Да, да. Я хочу создать литературное объединение для детей, чтобы дети, которые, ну, умеют читать, писать, то понятно, да, чтобы они могли самореализоваться, помочь им по композиции, по ритмике, допустим, там, по форме и так далее. Это я смогу им помочь. Я смогу их немножко подправить, где-то что-то как-то, допустим. Но я хочу, чтобы дети писали, чтобы дети могли самореализоваться. Тем более сейчас есть прекрасная возможность. Я уже и говорил, с Илеоном говорил, да, что они говорят, да, мы обеими руками за, мы поможем в твоем проекте, если, значит, дети будут издавать книги, да, мы поможем, чтобы это было не так дорого, чтобы это было, ну, реальных денег стоило. А эти книги, извините, можно продавать, и можно помогать, тем же животным можно помогать, вот бездомным, да. Да, куда хочешь. И сироты же есть у нас никто, это все наша жизнь. Есть кому помогать. И пусть дети зарабатывают, и пусть дети помогают.
Я считаю, что это больше, чем, я не знаю, там, ну, какое-то образование. Ну, я не знаю. Это очень серьезная вещь. Очень серьезная. И я сделаю маленькое объявление. Я договорился в 8-м филиале библиотеки для детей, что можно провести организационное собрание литературного, детского литературного объединения. Я его назвал «Чириль». Потом я объясню, почему. Как назвали, простите? «Чириль». Чириль? Чириль. А что это значит? Ну, вы вдумайтесь, Чириль. Вот как вот птицы. У меня нет времени думать. Смотри, хорошо, хорошо. Птички, Чириль, да, чары, вот. И мы это создаем, Чириль. Вот, ну, если так более, а там кто же, кто как Чириль. Понимает, да, Чириль, да. И это организационное собрание для детей до 17 лет. Собираем 19 марта, это воскресенье. В 14.00 от библиотеки номер 8, детская библиотека номер 8, по адресу проспект Корабилов, 12. Это бывшая Октябрьская, вот, ну, в общем, как-то можно найти, я думаю. Остановка какая? Артема там, значит, что-то такое, вот как-то так. Ну, надо спросить. Угу. Филиал библиотеки, да? Да? Именно в филиале библиотеки, да, в 8-м. Вот, и можно это... И собрание будет именно вот 14.00, 19 числа. Я всех приглашаю, тех, кто любит поэзию, детей, тех, кто хотят научиться писать, тех, кто... Приходите, я поделюсь с вами. И мы будем заниматься, мы будем в свое удовольствие это заниматься, ну, скажем так. Спасибо вам, что вы помогли. То есть вы именно ориентируетесь на детей? Только на детей, да. Вот это литературное объединение, которое вы создаете, Чириль, оно ориентировано на детей и для детей. Да, да. Ну, не для всех, не бывает так, что только для детей. Я, вы знаете, я когда пишу стихи для детей, да, мне взрослые говорят, вы знаете, это не совсем для детей, это и для взрослых тоже. Я говорю, я не знаю, я пишу, а тут уже кто что, ну, для себя может взять, ну, подчеркнуть, так можно сказать. Что поэтому... интересно, вы знаете, поэзия, она, конечно, пробуждает в людей и совесть, о которой сейчас вы вопрошали в своем стихотворении, обращаясь к родине. А как вы полагаете, Геннадий, поэзия или вовремя прочитанные стихотворения могут остановить человека от неверного шага? Да, конечно. Например, от развала семьи. Да, да, и не только от развала семьи. Вы знаете, как-то я не... Ученые подсчитали, что если взять энергетику, да, стихов Пушкина, ну, Пушкин, он всемирный, это не русский, и не... Ну, конечно, Пушкин, да, вне всего. Да, вне, он вне, да. И над всем. Да, если честно, он там совсем не русский, он по национальности. Да, почему? Да, да, я вот чему, я просто, если взять энергетику, да, энергетику, то она подавляет энергетику негатива, войны подавляет, представляете? Он, то есть это реально, это, ну, если мы не можем видеть энергетику, не означает, что ее нет. Конечно, невидимый вот, мир, да, есть, независимо от того, что мы его не видим. А по части семьи, я вам скажу такое. Вот я недавно писал работу, это, значит, ну, тоже для одного известного человека. Он, это, как сказать, не халтура, но это работа оплачивалась, да, поэтому он меня просил, чтобы я не называл ее имени, да. И я прочту сейчас, это книжка о его семье. То есть, ну, она писалась от первого лица. И он подарил, значит, своей жене, значит, на день рождения эту книгу. Он ее сделал, значит, и подарил, да, вот как-то так. Я прочту, если можно, да? Одно из стихотворений. Конечно, оттуда. Геннадий, пожалуйста. Это были фотографии. И вот на основе этих фотографий я писал, значит, «Ты запуталась снова во мне и в мечтах, музицируя вечером шепотом сердца, осветив жизнь и нежность всю любовью в лучах, предрассветная женщина со взглядом младенца. В наших судьбах и доме живут фонари, застревая в углах, а ковер паутины – в твои сны приходили одни короли, а остался лишь я и запах полыни. Как твоя красота наивно прекрасна, и улыбки бутон в рассыканьях твоих. Предрассветная женщина предрассветьем опасна, поутру заблудилась в мечтах лишь моих». Вот как-то так. А этот ваш друг, он читал ваши... Я не знаю, что я сделал. Он своего имени, а я же писал от его имени. А, вы писали. Да, я специально выставил так вопрос, что нужно написать от его имени, значит, чтобы он... вот так. Ну, я сделал работу.
Ну, я думаю, что... Интересно, это мне было интересно работать, оценила. Да, там надо было перевоплотиться туда, к нему, как-то войти, то есть, это очень своеобразно, интересно. Ну, а вообще, вот вы, когда пишете стихи, вы же все равно в какой-то мере перевоплощаетесь, даже стихи о родине, стихи для детей, рассказы, проза, все равно же вы воплощаетесь в своих героев. Знаете, по-всякому бывает. Да, бывает, когда поток идет, я только успеваю записывать, и все, больше ничего. Потом я сажусь, а если еще там неделя проходит, начинаю думать, господи, это ж не я писал. Ну, вот такое, да, ну, это бывает, и такое часто бывает. Бывает, что, да, я, особенно когда для детей, я пишу для детей, там я пишу языком детей, чтобы вот, им было понятно. Обратите внимание, у нас на столе лежат книги нашего гостя, поэта Геннадия Борисова. Это книги, написанные для детей, стихи для детей. Может быть, мы не успеем почитать их в эфире, но посмотрите, какие они красочные, и поверьте, что и содержание их не менее красочное и интересное. Итак, когда вы пишете ваши стихи, у вас нет времени воплощаться в ваши книги. Нет, почему? Есть. Ну да, это вот когда для детей пишешь, да, то иногда туда входишь, потом выйти тяжело. Да, ну, главное, тогда, не застрять в детстве. Желательно. Но когда пишешь для детей, то там, значит, живешь какое-то время, да, вот пока написал, пока ты видишь, пока сам смеешься. Вот пока я сам смеюсь, пока нормально все получается. Там не всегда же все так просто и быстро. Это бывает, стихи я пишу по 8 часов. Вот 8 часов, представляете, там, ну, такая пахота, ну, ее не видно. Я, конечно, там, мешки с углем не таскаю. Но это потом я целый день хожу как чумный, потому что я выкладываюсь очень сильно. Вы сгораете энергетически. Ну, так, да, как-то немножко. Ну, если можно, я для деток почитаю немножко, хорошо? Одно стихотворение, Геннадий. Хорошо. Давайте, пожалуйста, будьте добры. Хорошо, тогда я сейчас прочту. Ивета танцует. Когда Ивета танцует, художник в порту не рисует. Его накрывает порой кашевод с холодной водой. Кашевод на полном ходу врежется носом в трубу. Аэропорты закрыты, прячутся свиньи в корыто. Ивета танцует танец, свистит на ходу в большой палец. Снег растает на елках, мокрыми станут иголки. Ладони Ивета захлопает, что даже шарики хлопают. Ивета, танцуй поскорей, а то испугаешь зверей. Все прячутся в норке на грядке, когда танцуешь в присядке. От танцев твоих на рассвете трясутся собаки и дети. Ух ты, а кто это Ивета? Я не знаю. Вы не знаете, она просто к вам пришла, постучала, я сказала, Гена, я Ивета, напиши про меня стихотворение. Можно это сказать. Вы успеете еще прочесть, Геннадий, будьте добры. Про детей. Про детей. Давайте. Хорошо, Маруси Прятолки. Для детей. Для детей, да. Маруси Прятолки. Две Маруси Прятолки, да еще и крякалки. Долго держатся за ручки, тихо крякают в колючки. Они прятались от всех, заносили все наверх. И капусту, и чулочки заносили все наверх. От собаки убежали и прищепками прижали бантики, трусы, платочки и от завтрака комочки. Тут в подзорку увидали, что коза идет с козлами, чтоб девчонкам подзадать, чтоб Марусик забодать. Через час они стирали и прищепками прижали бантики, трусы, платочки и от козочки комочки. Где б Маруси не были, тут же перебегали. От мальчишек прячут нос, щечки, лак для всех волос. От помады роты, от козы две попы. Вот оригинальные у вас стихи. Геннадий, и я знаю, что вы тоже недавно написали стихотворение о весне, а как раз в тему весна, пробуждение, да, телезрители? Пробуждайтесь, весна уже наступает. И давайте уже, чтобы под занавес вы прочли стихотворение о весне. Спасибо. Ну, я написал стихотворение, называется «Молочные зубы весны». Там все понятно. Но если непонятно, мы добавим. У весны режутся зубы. Эй, музыканты, чего рию в трубы? Это значит, что жизнь продолжается. Это когда все начинается снова и снова, сбрасывая оковы простого зимней стужели, собирая в чаши капели, создавая счастье в есть. Это ведь большая честь разрушать паутины холода, когда на трон восседает молодо, когда лезут зубы, травы и цветы, когда миру и вселенной скажетворием ты, когда захлебываемся от света и цвета, когда пеленаем в радость непорочий рассвета, когда запахи хороводят мысли и желания, когда чувствуешь себя, как часть мироздания. Режутся зубы и дыхание частое,
Все становитесь в очередь за счастьем, зубы молочные и запах молока. Дышите и радуйтесь все. Жиры нет пока. Да, нет повода не порадоваться. Жары нет. Весна пробуждается, еще и зубастая весна. Так что, телезрители, будьте настороже. Ну что ж, Геннадий, спасибо вам большое, что вы пришли к нам сегодня спасибо в студию, вам, что пожалуйста. Вы читали стихи, такие гражданские стихи. И я думаю, что не зря мы провели с вами время в прямом эфире. И 19 марта, да, 19, состоится да. организационное собрание, друзья 14 мои. Часов, да, 14 приходите, часов. Пожалуйста, в филиале библиотеки в Корабельном районе. Ну что ж, друзья мои, а сегодня чувства ваши лирой пробуждал наш герой, поэт Геннадий Борисов. Це була розмова на тему. На все добре.